Я сломал AirPods. В этом ролике я буду ломать настоящие AirPods, в которые можно открыть, и внутри есть настоящие наушники из AirPods. Первая преграда – это земля. Мы будем его кидать вверх, потом он упадет на землю. Первая преграда для AirPods – это земля. Мы будем его кидать наверх, потом он упадет на землю и, надеюсь, сломается. Для доказательства, что внутри есть AirPods, спотсы вот такие. И это мы будем кидать. Вот я вам сейчас сюда даже могу выбросить на землю. Вот. Настоящие AirPods вот такие вот. Я могу даже вот так сделать. Мне уже все равно. Они мне уже не нужны. Особых повреждений нет. Так, еще выше. Тут здесь оторвалось. Она стала супер грязной, смотрите. Пыль капец. Второй краш-тест — это земля. Мы будем ее кидать в землю. Так. Мимо. В него. Давайте еще выше только. Чуть-чуть сломалась, видите? Йо! Она вылазит. Смотрите сейчас. Я сломал. Еще выше. Давайте посмотрим, что внутри у AirPods. Так. Тут у нас написано HI2. Вот. А внутри ничего особенного. Тут вот такой механизм, который двигается, там все такое. Внутри она вроде бы... Последний этап. Я его доломаю. Снимай на землю. Вух, ребята, я только что сломал свой AirPods. Если наберется под это видео 400 лайков, я сломаю свой AirPods Pro. AirPods Pro мне уже приходится Алиэкспресса. Я уже его заказал. И он уже скоро должен прийти. Так что наберите 400 лайков, и я сломаю свой AirPods Pro. Пока.